кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Мяу-мяу. Поиграем? Снова три кота. Выбирай. Что выбираем? Вот про ягодки давайте кормим. Дедушка учит котят искать ягоды. Раз дедушка ищет, значит будем искать. Что тут надо делать? Нужно проложить дорожку к ягодкам. Не туда, обратно. Обратно. А где же эти ягодки? Как же выйти из этих колючек? А вот так. Здорово! Правильно! Теперь у нас клюковки красные. Так, листик, идем. Набрали целую корзинку. Не туда, не туда. Нужно подумать и сделать путь. Снова не туда. Снова не туда несу я свои ягодки, клюковки. А теперь вот если вот так вот. Тоже не туда. Нужно собрать все ягодки и как-то их вынести. Нужно проложить очень умный путь. Вот так, так, так. Точно! Вот, теперь малинки, их уже больше. Потопали. Здорово! Получилось! Миу, 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 миу! Так, теперь голубика. Идем и несем свою голубику. Ура! Вот так вот. Новенькие ягодки красные. Это смородина. Ура! Ого, сколько малины! Я уже понимаю, как нужно выходить вниз. Ну, неправильно немножко пошел. Но я понимаю. Так, куда нести? Куда нести свои прекрасные малинки? Вот сюда! Здорово! Миу, 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 миу! Ой, это я уже прям залез в такие кусты. Их уже столько много здесь, этих ягодок. Но неправильно немножко пошел. Нужно прокладывать волшебную тропинку. Тоже неправильно. Или правильно, или неправильно. Забрел куда-то в колючки. Так, куда же пойти? Куда же? Вот сюда. Если попробовать подумать, вернусь, чтобы не заблудиться. Так, вот. А вот смотрите, как получается, получается! Ура! Ягод наелись, теперь поиграем в хоккей! Однажды котята решили поиграть в хоккей на льду. Очень, это, наверное, интересно. Так, выбираем игрока и пошли. Подача, передача, тыдыщ! Ух ты, вау! Ну-ка, никак карамелька не может. Бабам! О-о! Коржик забил карамельки гол. Игра продолжается. И теперь карамелька забила гол Коржику. Дальше. Вот. И снова карамелька Коржику гол забила. Ничего себе. Нужно теперь. И снова. Вот это карамелька хоккеистка. Ну-ка, давай. Давай, давайте. Отбиваем. Так, тыщи. Мячик скользит, так скользко, это же лед, это же хоккей на льду. Бамс, бамс, и еще. Ну-ка, карамелька охраняет свои ворота, Коржик забил карамельки. Гол, наконец-то. Гол, давайте, котятки, играем. Вау, ты смотрите, как она забегала, шайба. Карамелька передала. Но Коржик защищает ворота. Давайте поактивнее, котятки. Вот так вот. Ничего себе, как интересно. Гол снова в Коржика ворота. Ну ничего, Коржик попытается отыграться. Он так говорит, я слышу просто. Ой, как скользко. Тут попробую еще защитить ворота. Это же хоккей на льду. Вау. Ой, чуть не попали. Нет, карамелька защитила свои ворота. На, держи, Коржик. Вот тебе Коржик. А вот тебе карамелька. Ух ты. И снова карамелька. В этой
этой игре победила карамелька. Каждый способен играть в команде. Главное – найти свое место. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Однажды Лапочка пригласила котят принять участие в конкурсе. Так, что тут делаем? Собираем фигурки. Зеленый и желтый. Синий, красный, теперь синий. Здорово! Так, голубая и розовая. Здорово! Миу, 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 все получается. Угу, это мы сделали. Теперь. Так, желтая и красная. Теперь три фигурки. Желтая, розовая, голубая. Здорово! Нужно формы соединить. Зеленая сюда, желтая сюда и голубая вот сюда. Здорово! Миу, 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 миу! Следующее. Угу. Вот здесь уже побольше фигурки. Розовый сюда прямоугольник, розовый, сиреневый сюда. Не так. Ура! Вот так. Дальше. Красный сюда, светло-зеленый сюда и темно-зеленый сюда. Угу. Что же здесь? Синий сюда, красный сюда и желтый сюда. Здорово! Миу, 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 миу! Гоню, выбираем гоню. Так, какие фигурки? Какую выбрать? Мы выбрали собачку сделать из фигур. Нужно, куда деть этот красный треугольник? Его нужно как-то сюда поместить, чтобы он совпадал с фигуркой собачки. Не так. Они так трудно перекручиваются, их нужно пальчиком перекручивать, и они трудно перекручиваются. Нужно попасть. Это на самом деле сложно, это не так просто, как может показаться. Куда вот этот розовый четырехугольник. О, хвостик получился. Зеленый квадрат — это мордочка у собачки. Теперь голубой треугольник. Куда его? Голубой треугольник — ушко получилось. И коричневый треугольник переворачиваем. Так трудно, он куда-то крутится сам. Не крутись. И еще одно ушко получилось у собачки. Так. Желтый большой треугольник. Как, куда же его правильно поместить? Фиолетовый треугольник и красный большой. Не получается. Они друг друга не пропускают. О, встал желтый треугольник. Не так. Что-то не так. Что-то у меня тут крутится. Их так тяжело перекручивать. Они во все стороны. Красный треугольник, куда же нам его... Ой, получилось! И последний фиолетовый треугольник. Его нужно как-то протащить. Ой, застрял. Протащить нужно вот так. Фиолетовый треугольник получилось. Да! Собачка! Миу, 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 миу! Что это за машинки? Однажды котята принесли на площадку управляемые машинки. Так, что здесь? Сколько много машинок? Здесь нужно освободить путь, понятно? Здесь нужно освободить путь для рыбки. Проехала! Получилось! Здорово! Так, сколько машинок? Как же рыбке красной проехать рыбке-машинке? Ей мешает, перегородили путь эти машинки. Сюда? Нет, не так, не так. Назад, сюда. Готово! Здорово! Дальше. Ой, ой, сколько их здесь. Нужно отодвинуть одну, другую проместить сюда, эту назад, вперед. Здорово! Миу, миу, миу!
кошечек тоже сыграем, это интересно. Синих-синих много и красная одна. Так, это назад, назад, вперед, красная рыбка. И еще последний разочек сыграем, освободим рыбку. Так, 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 вперед, сюда, готово! Готово!